Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня будет довольно длинное видео. Дело в том, что мы приобрели электрический велосипед Эльтрека XT600D. И в этом видео я покажу, как мой муж его распаковывал, собирал и потом несколько раз на пробу на нем прокатился.
собирать пришлось во дворе, так как дома у нас тесновато для такой работы. Поэтому иногда на видео можно заметить наших соседей, которые подходят, любопытствуют. Thank you.
Забегая вперед, скажу, что не все с этим велосипедом оказалось так уж гладко, поэтому я планирую записать еще одно или два видео, где мы с Сашей расскажем, какие подводные камни могут ожидать тех, кто рассматривает приобретение такой модели. Мы считаем, что очень важно, чтобы люди знали всю правду, прежде чем принять окончательное решение. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на значок уведомлений и ожидайте еще больше новостей про наш Эльтреко и как с ним идут дела. Thank you.
Батарея, скорее всего, севшая вся напрочь. Да. Ну, ты заряжешь потом. Ну да. Так что мы ее сейчас лучше снимем. Поскольку батарея пришла незаряженной, первый пробный заезд по двору состоялся без нее, просто как на обычном механическом велосипеде. Уже спустя несколько часов батарея зарядилась, и Саша проехался по двору, используя велосипед как электрический.